Так. Дальше. Так, все. Значит, начинаем со шва. Где у нас посерединке шов? Где у нас посерединке шов? Там мы начинаем строчить с вами. Значит, кружево под снизу, юбочка сверху. Вот так. Так, стоп, его ниточка у меня вышла, извиняюсь. Девочки, мы с вами пришили юбочку и совершенно забыли пришить кружево к низу юбочки. Но ничего страшного, это все исправимо. Девочки, пришили мы юбочку, подрезали мы все излишки отсюда, поподрезали, чтобы они вам не мешали. Дальше что мы делаем? Единственное, что мы с вами забыли, пришить кружево. Значит, прилаживаем элементарно кружево, сверху юбочку нашу и строчечкой прострачиваем кружево под низом, юбочка сверху, и прострачиваем. Получаем вот такую юбочку с кружевом. Дальше идет декор у нас. Значит, на юбочку мы делаем поясочек. Вот он, поясочек, я уже отрезала по ширине юбочки, талии, по ширине талии мы делаем поясочек. И забыла я немножечко включить пистолетик свой. Ну, сейчас быстренько нагреется. Значит, приготовили мы с вами цветочки вот такие вот. Вот такие цветочки. Цветочки эти делаются элементарно. Берем кусочек. Вот такие цветочки тоже. Из чего у нас юбочка сделана. У нас кусочки остались. Мы присобрали их. Вдвое слаживаем. Слаживаем ткань. Вот берем ткань. Слаживаем вдвое. Наметываем тут по всей длине. Присобираем. И получается у нас вот такой вот цветочек. Его можно сделать с ткани, как кружево у нас. Или же вот такой. Посерединке пришиваем бусинку. Получается у нас вот такие вот цветочки. Вот я наделала таких цветочков. Смотрите сколько. Кучу-кучу таких цветочков наделала. Чтобы можно было нам украсить головку нашу. Вот сюда мы можем приколоть цветочек. Сейчас посмотрим, какой цветочек приколем. Вот у нас цветочек есть, и мы сзади головки можем приколоть, не приколем, а посадим на силиконовый клей цветочек. Вот такой. У нас уже будет сзади такая вот причесочка. В моем случае мы делали бантик. Вот. В вашем случае мы можем подцепить такой вот цветочек. Замечательный цветочек. Сейчас посмотрим, что у нас тут с клеем. Нет, еще не нагрелся. Вот. Значит, что мы с вами сделаем? Мы с вами сейчас поясочек сюда вклеим. У меня тесьма идет 1,5 сантиметра. Вы где-то можете взять сантиметр или 0,5 мм взять. И возьмете сюда вдвое. И поясочек этот, вот эту тесемочку наклеите вот поверх вот нашего
где мы пришивали с вами юбочку, сверху закроем вот эти наши все недостатки, чтобы были они все скрытые у нас. Вот так вот мы посадим это все на клей. На силиконовый клей. Он очень крепко держит. Не оторвать его никак вот невозможно ее снять. Вот будет вот такая у нас юбочка. После этого мы наклеим с вами на силикон цветочки, на волосы. И наша юбочка, девочки, будет готова. Немножко она отличается от моего. Посмотрим. Вот, смотрите. Шарфик мы тоже посадим наш. Или как ее, манишка, правильно. Тоже на силикончик плечиком приклеим. Приклеим на плечики. Вот сюда легенько-легенько. Только прихватим, чтобы она держалась. Так, минуточку посмотрим, что у нас там. Так, все, появился клей. К плечикам приклеиваем рамулечку клея. Садим нашу манишечку сюда. И сюда, на другое плечико, грамульку. Вот так, грамулечку. Вот. Чтобы свободно она, вот не видно было, что она приклеена, в то же время она держалась. Так, теперь мы, значит, подклеим грамульку-грамулечку, подклеим напополам поясочек наш. Поясочек напополам. Вот так слаживаем. Грамулечку. Вот. Все. Подклеили мы его. И подклеиваем к юбочке. Значит, переворачиваем и куколку назад. Ищем серединку и начинаем приклеивать. Вот так. Вот. Прижали. Прихватился уже. И дальше с вами юбочку выравниваем. И вот так вот в натяжечку немножечко натягиваем поясочек. Придерживаем ручками. Приклеили. Вперед юбочку разравниваем складочки. И так же само с вами. Вот так, натяжечку, натяжечку, плечку, вот так, вот, натяжечку идем, юбочку расправляем и продолжаем. Так, и садим на силикончик, закрывая наши все грешки. Так, и здесь осталось сзади. Так. Придерживаем. Все, застыл клей. Клей наш застыл. Вот наша, посмотрите, юбочка. Вот наша бархатная тесемочка. Значит, сейчас мы что делаем, девочки? Бантик. Значит, мы с вами бантик берем вот посерединке, смотрим, где у нас неплохо смотрится этот бантик. И приклеиваем. Хорошенечко приклеиваем сюда. Вот так. Вот. Придерживаем немножечко, парочку на секундочек. Все. Смотрим. Сзади у нас уже цветочек есть. Видно, да? Так, дальше. Манишку нашу мы приклеили. Теперь цветочек сзади.
Сзади мы цветочек. Какого цвета возьмем цветочек? Вот такого цвета, как у нас юбочка. Под цвет. Берем, наклеиваем. Клеим. Вот сюда. Вот. Прижимаем хорошо. Все, посмотрите, какая замечательная у нас юбочка получилась. Это вид сзади. Сейчас украсим вперед. Вот у нас такие бантики есть. Смотрите, цветочки. Можно впереди сделать, можно вот здесь сделать. У нас этих бантиков много. Так, еще один коричневый у нас есть. Сейчас посмотрим, как нам лучше сделать, как нам украсить. Значит, один бантик мы, наверное, можно вот сюда нам прицепить, наперед. И по юбочке пустим, значит, пускай. Наклеиваем бантик. Вот сюда. Прижали. Вот, готово. Посмотрите, как замечательно смотрится на нашей, вот, на нашей манишке. Теперь на поясочек. На поясочек можно приклеить, или же можно приклеить вот впереди по юбочке, по самой юбочке. Вот давайте вот так и сделаем. По юбочке мы сейчас поприклеим только. Единственное, что нам надо под низ что-то подлаживать, иначе у нас юбочка приклеится. Вот. Вот так кинем на юбочку. Сюда можно. Прямо вот в разброс. Смотрите. Сейчас сюда возьмем еще клей, положим. Вот. Много клея не стоит, так как у нас будут излишки, они нам не нужны. Чуть-чуть возьмем. Вот. Так, смотрим. Видите, как у нас идет красиво. Еще на цветочек приклеить можно вот сюда, наперед. Или же вот сюда можно приклеить тоже. Давайте с вами сейчас. Не жалеем цветочков. Вот. Цветочки очень освежают и украшают нам юбочку. Посмотрите. Так, вот наша девочка. Вот сзади. Бусики мы расправим ей. Это наша юбочка. Внутри, наверное, цветочка, наверное, будет достаточно нам. Три цветочка. Так, сзади. Вот такое вот у нас получилось. Такая девочка. Так, сапожки у нас неплохие получились. Видите, да? Ножки мягенькие у нас. Пожалуйста. Так, юбочка. Цветочки наши, декор неплохой получился. Ротик можно было немножечко меньше, конечно, сделать. Вот видите, я тут меньше сделала. Вот два оборота. У меня сильно толстая нитка была, поэтому получилось вот так. Вот, девочки, две куколки у меня. Одна в сапожках, в кожаных, а другая вот в таких сапожках, как мы с вами сделали. Вот, сапожки, пожалуйста. И вот две у них у нас красавицы получились. Ничего тяжелого нету, в принципе.
Спасибо вам, девочки, за внимание. Следующий урок мы будем с вами делать сердечки. Так как в феврале месяце у нас, сейчас минуточку, в феврале месяце у нас День влюбленных, День Святого Валентина. И некоторые девочки захотят, сейчас минуточку, захотят себе сделать на подарочек кому-нибудь вот такие сердечки. Мы будем делать с вами сами. Вы сможете сделать это сами. Ничего тяжелого здесь нету. Бусинки, ткань. Что у нас еще идет? Так, у меня небольшой молд есть. Я с него сделаю слепки. Делаю слепки личика. Если у вас нету молда для лепки личика, то вы можете просто с ткани. Вот это обыкновенная ткань. Она была расшита. Это старая кофточка. Расшитая была бисером, бусинками. Единственное, что я выкроила ее. Далее, значит, в серединке синтепон. Обшила бусинами. Какие есть дома бусинки любые, обшить. И получилось вот такой замечательный, такие брелочки. Это брелочек можно подцепить куда-нибудь на рюкзачок. Это, я не знаю, можно куда-нибудь, ну, на гардеробчик, куда хотите можно. Так, неплохая так вещичка такая. На подарочек это замечательно будет. Вот это сердечко. И вот это, пожалуйста. Это будет следующий у нас урок. На этом прощаемся, девочки, с вами. До свидания. До новой встречи.